У меня есть и тонометр, и глюкометр. В общем-то, я слежу за своим здоровьем, потому что здоровье – это самое главное, что есть у человека, и его надо беречь. А как хорошо вы знаете состояние своего здоровья? Ну, знаю хорошо, слежу. Все знаю, в принципе, все заболевания, какие у меня есть, уберегаю. Ну, стараюсь придерживаться правильного питания, здорового образа жизни, сон, режим дня. Скрининг вовремя проходим, это обязательно. Знаю, что сейчас страховой полис будет, каждый человек должен быть заинтересован в этом. Знаю, что работающие, отчисления будет у них. Пенсионерам нас, государство нас побеспокоится. Ну вот люди сами должны о себе побеспокоиться. Тогда все будут здоровы. А вы сами о своем здоровье много чего знаете? Ну, знаю, потому что я слежу за здоровьем. К поликлинике прикреплена. Скрининг прохожу, так что все нормально. Я регулярно хожу врачам, и поэтому я знаю, какое мое здоровье. Естественно, выполняю их советы. Я знаю много, но никак не уберегаюсь и редко хожу. Прекрасно знаю о своем здоровье, не болею, ни разу не была на больничном, работаю пока. Ну а как вы узнали о состоянии своего здоровья? Обращаетесь ли к врачам? К врачам я не хожу, чувствую себя хорошо.